Так, стоп, а что, это не хардкор, что ли? Почему у меня сердечки такие? Бля, я вообще ничего не помню. Итак, мое кубическое приключение начинается здесь. Новый сезон Майнкрафта объявляется официально открытым. Ну охуеть, теперь меня еще и в пустыне где-то заспавнило. Блять, да ладно. Я ни разу не находил вот эти ебаные храмы в пустынях. И тут он мне сразу выпадает. Какое все квадратное. Обалдеть. Наверное, плохая идея идти в эту гробницу, когда у меня в руках только две палки. В 1.18 мир увеличивали вдвое высоту и вверх, и вниз, поэтому подлагивает можно установить Optifine для норм Феписа, но я знаю, что ты не поставишь, мне бы тоже было бы лень. Ланта, спасибо за 150, как минимум они это планировали, автор старой музыки не хочет отдавать полные права на музыку, а только по лицензии. Автор старой музыки C418 не хочет отдавать полные права на музыку, а только по лицензии, а Майки против этого, поэтому скорее всего они вырежут. Так, и что это такое? И опять я в пустыне. Что ты будешь делать? Опять что-то... О, что-то да, что-то подлагивает. Можешь распердиться. Надеюсь. Так, это ужин. Я тебя съем. Стой. Стой на месте. Окей, это была моя первая жертва. Может, я что-нибудь выпадет? Что, реально даже мяса никакого? Ты ку... Это был не я. Я не виноват. Блять, я вообще походу на острове каком-то. А это что за блоки? Красный песок? Не, нахер мне ваш песок не нужен. Блин, тут же нет вот этого увеличения, да? Зазумить типа нельзя. Блин. Только в Optifine. Я вспомнил. Блин. Тут же еще факел в руках не будет работать, бля. Почему они это в основную игру не добавили? Или добавили? Так, ладно, плывем на тот остров. Горшкович, спасибо за 100. Для модов тебе необходим фабрика. Еще ты скачал снапшот, что является нестабильной версией, так что для лучшего опыта лучше скачать 1.19.2. Ребята, завалите-ка все нахуй ебальники, пожалуйста. Нихера себе, это что, водяная расщелина? Ничего себе. Ой, не-не-не-не-не, что-то спуки. Что-то спуки. А как бегать? А, shift. Окей. Блин, ну мне грязь хотя бы нужна какая-нибудь, чтобы там дом построить какой-нибудь. Для первой-то ночи. Она уже близко. Не, что-то реально. Фепис какой-то отвратительный. Настройки графики. Весинк выключен.
Ну, давайте чуть меньше чанков поставим. Пускай 14 будет. О, так получше. О, грязь! Грязюка! Бум! Сюда, сюда грязюку. Сюда грязюку. Так, это будет моим полом. Это уже мой потолок. Так, вон еще грязюка. Ебальник я завалил, но охота, чтобы все получали приятный опыт. Я получу приятный опыт, когда вы перестанете ныть по поводу и без. Вот тогда я и начну получать приятный опыт. Я говорю, когда я играю в Майнкрафт, мне почему-то даже материться стыдно. А, то есть я реально где-то на островах заспавнился. То есть я сраный какой-то абориген. И тут даже нет никакого дерева, чтобы я лодку себе мог сделать. Частоту кадров увеличь больше. Да вы можете, блядь, заткнуться нахуй. Сделай то, сделай это. Стример, поставь то, установи это. Вообще, скачай, короче, мой мир. И играй. Я там уже все нафармил, тебе будет очень удобно. Ку, в бету третьего Outlast играть не планируешь, она до 1 ноября. Погоди, этот донат еще и с начала стрима. Почему он сейчас проигрался? Алло? Это тоже старый донат. А почему он сейчас проигрывается? Все, закончились. Мистика какая-то. Дерево мне дайте хоть одно какое-нибудь, пожалуйста. Мне как жить-то? Я голодаю. Донач первый раз, ибо нищая, давно еще рисовала тебе скин, но в Имгуре не смогла зарегаться, поэтому тут. Эта картинка файл скина, в лаунчере выбери узкий. Это узкий, а почему не широкий? Чего? Чего? Это что такое? Так, ладно, может быть потом. Может быть потом. Я убью тебя землей. Нет, я убью тебя трупом одного из твоих же. Вы видали, он остановился и посмотрел на меня. Да стой ты на месте. Стой на месте, кому говорят. Алло? А как тебя поймать-то? Братан. С него еще ничего не выпало. Бесполезный кусок. Кусок пикселей. Так, ладно, вон там горы какие-то есть. Погнали туда, наверное. Ой, ё-моё. Так, нам предстоит великое мореплавание. А из песка можно сделать, не знаю, лодку? Наверное, нет. А из грязи? Наверное, тоже нет. Ау. Кораллы.
А, это опять мелкий. Так, ну хотя бы палка будет, не знаю. Это что такое? О, поселение! Йоу! Я их ограблю. Все, что было их, станет моим. Все, что было егохними, стало моихними. Золотая кирка, удача 3, золотая лопата, золотой топор, золотые штаны, золотой шлем, куски золота. Ё-моё, ребята. Сегодня мы пируем. Так, это сюда, это как надеть? Бум. Подводное дыхание. Сюда. Проклятие утраты? Подожди, что это такое? Какое еще проклятие? Мне нужны проклятия. Там в красном второй сундук ищи. Бррррр. Нихера себе. Бррррр. А где? Блять, ночь наступает. А почему она так быстро сломалась-то, алло? Пошел вон отсюда, это мой дом. Проваливай. Моя кровать. Брысь. Теперь я живу здесь. Все, спокойной ночи. Пошел вон отсюда. Кому говорят? Моя кровать. Мой верстак. Так, это мне не надо. Все, до свидания. Что еще у вас тут украсть можно? Верблюд? Точно, это же новое. Внимание, жители! Был добавлен новый моб! Так, а как на тебе кататься? А, ну я им не управляю. Ты чё? Вставай давай! Чё, он устал, что ли? Вставай давай, эй, алло! Тупая животина. О! Моё. И это моё. Хлеб! Я шахтёр! 3 дня без хлеба. Так, ладно, кактусы себе можете оставить. Китик! 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 Еще хлеб. Так, это тоже забираем. Это все мое. Это все мое.
А где? А чё, он на меня, что ли, разозлился? А, нет. На Чилибонычах. А сам хуй знает, братан. Дурак какой-то, он зачем-то в огонь входит. Он у вас бракованный, видимо. Говорили тебе, солнце печет в пустыне, надо головной убор носить. Но ты не слушал. Ты был слишком крутой для этого. Бум. Мою. Сюда. А, у меня ж... А, нет, у меня есть верстак. Так. Палка. А, блин, у меня ж только одна палка. Так, блин, мне нужны палочки. Что-нибудь еще тут украсть можно у кого-нибудь? Пам-пам-пам. 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 Бам. Трын. Моя первая кирка. Моя первая собственная кирка. Ну что? Можно и в путь отправляться. В идеале мне, конечно, найти надо какое-нибудь дерево. Но что-то я их тут поблизости вообще нигде не вижу. Сено забери. Но это же их сено. Я же не вор какой-нибудь. Зачем мне забирать чужое сено? Почему-то, короче, спринт работает только, когда я под воду погружаюсь. О, дерево! Это дерево! Этого просто не может быть. Одно. Одинёшенько. Дожидалось здесь меня. Деревянное. О, деревяновое. Бам, бам, бам. Так, теперь у меня есть 4 дерева. Мы из них, получается, делаем дуб. Чё? Не, погоди. 16 досок мы делаем. А из досок я не помню, что надо делать. Так, это мы пока всё сюда уберём. Ну что, отправляемся дальше в путь. Хотя бы доски есть. Стоит ли? Стоит ли оно того? Так. Control. Все, я вспомнил. Все, и не упаду. Блин, оно там глубоко, походу. О, железо. Железовое. Ребята, железовое. Оно мне надо. Оно мне надо. Хоть. Нихуя себе. Это кто такой? Там что-то хуй какой-то стоит. А, ну это зомби, походу, обычный. Ау. Так. Начинаем. Копать. Мы начинаем копание. Бум. Бум. Погоди. Рудное железо?
А вот в мое время все было иначе. Все было по-другому. О, понятно. Отдай. Блин, вот воду... О, нет. Все, найс. Вот воду я боюсь в этой игре. Она какая-то странная. Я помню, я в ней застревал и не раз причем. Так, там тоже что-то есть. Ну, пока глубоковато, я что-то не очень хочу спускаться. Ой, смы. Что началось-то? Уже стемнело, что ли? Не понял. Блядь, я богов прогневал, кажется. Ой-ой. А в смы? А в смы? Короче, знаете что? Точно! Я ж могу лодку сделать. Так. Тррр. Бум. Бум. Все, я уплываю нахуй отсюда. Что-то мне не нравится это место. Не надо было воровать хлеб. Но я ж не знал. Я ж не нарочно. О, еще и пауки какие-то появились. Снайперы эти сраные. О, крипер! Так, мой первый энкаунтер с крипером. О, это что такое? Так, ну вот. Окей, какой-то лесной биом. Наверное, можно здесь зачилиться. Угу. Так, вообще, знаете что? Сначала мы сделаем какой-нибудь домик. Первый грязевой домик. Бля, там уже криперы стоят. Так. Блин, у меня уже топор сейчас сломается. Спринги Трап, спасибо за 100 удачного кубического приключения, дядь Лёш. И помни, никогда не копай под себя. Это правило для слабаков. Для тех, кто боится настоящего риска. А кто не рискует, тот не находит алмазы. Блять, у меня топор сломался. Что-то говно какое-то, а не биом. Короче, я спать. Спокойной ночи. Я един с природой. Все, найс. О, свиньи! Клим Саныч! Лопатой тебя захуярю. Дурачка. Дурачок. Блять, лопаты больше нет. У него меч. Он будет моим. Блять! Минус пол хп, найс. Да что у вас так много-то тут? Меч мне дай. Меч мне отдай. Где мой меч? Где мой меч? Они мне меч не отдали. Ё-моё. Да что вам тут надо-то всем, блин?
Так, короче. Делаем вот так. Ставим верстак. Палки. Копалки. Делаем вот так. Затем... А вообще нет, зачем мне деревянное это делать? Я же могу сразу каменные делать. Сейчас накопаем камушков и что-нибудь придумаем. Только где эти камушки? Наверное, где-то под землей. Так, бум. Окей, все, этого должно хватить. Что мне надо, получается? Точно нужен меч. Каменный меч. Погнали. Что еще мне надо? Каменную мне надо. Каменную лопату? Каменную лопату мне надо. Эту мы выкидываем. Что еще тут можно крафтить? Меч, кирка, лопата. Мотыга вроде, но мотыга мне не нужна. Вроде все. Начальный набор выживания у меня есть. А, топор. Топор. Бум. А как он делается? Бум. Помню. Помнят руки. Былой ветеран Майнкрафта. Так, а теперь начинается охота. По жопе. О! А нормально так дамажит-то. Так, давай тебя тоже задубасим. И тебя тоже задубасим. А тебя оставим в живых. Ты должен будешь разнести весть о том, что в этих землях появился новый герой. Так, что дальше? Семена пшеницы. Не надо мне. Бам-бам-бам. Черепахи добрались до воды. Цикл жизни прекрасен. Так, ну надо бы где-нибудь дом начинать делать, но что-то тут какое-то все отстойное, пустынное. Ну давайте еще немножко дерева нафармлю. Пригодится, наверное. Дом на берегу моря. Я помню последний раз, когда я играл, я хотел построить какой-то... Я нашел видос на ютубе, и там какой-то дом прикольный сделали, типа пещера под водой. Вот я что-нибудь такое хочу попробовать сделать. Не считая, конечно, квартиру из грязи, это само собой. Без этого никуда. Так. На первое время должно хватить, я думаю. Говна много всякого. Это мне тоже не надо. Это мне тоже... Да, зачем ты подбираешь-то его? Это мне не надо. Что еще мне не надо? Гнилая плоть мне не нужна. Уголь мне пригодится. Уголь нам нужен. Что-то как-то еда очень быстро тратится. Раньше вроде такого не было.
Трунь, 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 трунь. О! Куриновое. Я видел видос недавно. Там типа голуби росли. Это что такое? Голуби росли среди куриц, и они вели себя как курицы. Они даже ходили как курицы. Вы не такие случаи? Так, я там видел какую-то приколюшку. О, лес! Наконец-то. Лесновая. А, это саванна. Первый мой дом в Майнкрафте был в саваннах. Я помню. Я построил его где-то на горе и сделал какую-то микропещеру. О! А, ну... Чё-то меня как-то разочаровали. Эти ваши золотые кирки. Золотое яблочко. Уф. Два обсидиана. Уф. Бум. Погоди. Я помню, как я играл с пацанами, и у меня всегда горело, когда они строили вот такие грязевые пенисы, чтобы куда-то добраться, и никогда их за собой не убирали. И каждый раз, куда бы я, блядь, на этой карте не пошел бы, везде стояли грязевые пенисы. И меня это очень бесило. Но я не очень хочу в саванне жить. Она какая-то удручающая. Ну хотя вон какая-то гора есть. Можно дом в горе устроить. Хотя, с другой стороны, наверное, мне даже и грязевой дом не надо уже строить. У меня же доски есть. Мы можем скипнуть эту нецивилизованную часть. Возле портала всегда два сундука. А почему я нашел только один? Либераха. Как ты это объяснишь? Нет, один. О, так. Ну чё, можно, наверное, что-нибудь здесь зафигачить? Погнали. Сейчас немножко ландшафт выровняем. Ну, лопата, конечно, дерьмо. Еле копает. О. Что, она активизировалась, что ли? Что за... Погоди. Что? Блять, я что, топором копал? Ой. Упс. Руки не стоит. Съеби отсюда. Майнкрафт — квадратная игра. Майнкрафт — дом я строю с утра, квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит ложиться время пришло. Серго, спасибо за 50. Чат всем ку и стримеру тоже ку. Короче, как я понял, теперь можно смайлы 7ТВ загружать only с сапкой, а то у меня выскакивает какая-то ошибка, я ведь просто хотел добавить ХДД утера. Не знаю, впервые слышу про такое. Моя лопата! Бада-бим. Бада-бум. Так, давайте сразу. Штучки две сделаем. Я построю свою империю грязи. И буду зарабатывать на ней грязные деньги. Дядь, ты чё там? Ты чё, брысь? Кыш!
Я умею делать критический урон. И ладно, мы друг друга стоим. Даже курица сюда забраться может, а зомби нет. Что, они тупее, чем курица, что ли, получается? Не понял. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот давай без этого. Давай-ка без этого. Копаюсь себе здесь в грязи. Чего вы приперлись-то? Братишка. Браток. Братулечка. Братецкий. Я тебе сейчас эту стрелу в очко засуну. Ты, блядь, доиграешься. Где ты есть? Чмо. Ой-ой. Ой-ой. О! О! Так, блядь. Ну-ка, все зачилили. Это что за звук сейчас был? Вот это вот. Блядь, нет, он... Нет, ну как, ну почему? Ой, блядь! А-а-а! Иисус, помоги! Окей, я помню, на него нельзя смотреть. Просто не смотри ему в глаза, и все будет нормально. Давай, пиздуй отсюда. Это моя лужайка. Да, блядь, еще один. А стрельни? А стрельника? Да-да-да-да-да, в него стрельни. В него стрельни. Стреляй в него. Стреляй в него! Убей его! Уа! 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 Я свою лужайку дострою. Чего бы мне это не стоило. А стоило мне это уже... Ё-моё, сколько у меня грязи. Он не знает? А, так светает уже. Всю ночь говно месил. Это кто сделал? Кто это сделал? Так, ладно. Вот эти вот камни, хер с ними. Потом разберусь. Давайте. Нужны доски. У меня слишком много грязи, поэтому мы ее выкинем. Он у меня за спиной, да? Он у меня за спиной, да. Так. Бам, 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 бам. 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 Бам, 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 бам. Пошел вон. Не для тебя дом строю. Бам. Как вам? Так, здесь будет дверь. Бум. Это будут окна. А крыша, а крыша, а крыша. А как делать прикольную крышу? Чтобы она прикольной была. Блять, у меня окна неровные. Как так вышло? Подожди. Отступ один блок. Во. Так, продолжаем.
Угу. Угу. Бум. Так, теперь надо двери сделать. Как делать дверь? Нет, это палки. Это верстак. О! Помнят, помнят руки. И дыщ. Так, ну и следующий шаг. Бум. Но это еще не все. Ща. Но это, блин, еще не все. О-о-о. Так, у меня еще одна идея родилась. Короче. На самом деле. Все будет вот так вот. Здесь у нас будет лесенка. И она будет вести подземный дом. Который только снаружи будет казаться обычным квадратным домом. Так, погоди. Блять, у меня дерево кончилось. Блять. Потолки 2 метра, ты что, нищий? Your Bunny Road, спасибо за 50. А, ты там это, попизди мне еще. Понятно? Так. У меня говна много слишком. А вообще... А и так нормально. А все, я глубже делать не буду. Теперь... Пол у меня будет сделан из другого сорта дерева. Угу. Да-да-да. Да-да. Это называется дизайн. Бум, 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 бум. О. А знаете, что еще? У меня здесь будет выемка для кровати. И все будет настолько продумано, что даже под кроватью, там, где никто не видит. Тоже будет дерево. Да-да. Да-да. Бам-бам. Бам. А? А? Бум. Охренеть. Просто шок. А вот эта часть. Так как это фундамент... Будет из булыжника. И не какого-то булыжника. А не вот такого булыжника. Другого булыжника. Мавзолей? Завидуйте, завидуйте. Завидуйте, завидуйте. Так. Тыщ, 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 ой-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 ой. А если... Ну-ка. Блядь. Нет, что-то хуйня какая-то. Не нравится.
Еще один критик пришел. Не-не-не, не нравится. Мне не нравится. Покукарекай мне тут еще. Твоего мнения никто не спрашивал. Так, отступ. Один. Не понял. А где? Блин, у меня же не осталось дерева этого. А как? А что делать? А как? Так, ладно, давайте верстак перенесем сюда, поставим дверь. Поставим дверь. Рано, а что она не ставилась? Бум. Ё-моё! Ну, что-то окна надо... Что-то это реально как бункер выглядит. Надо их пониже сделать. Так, верстачок, верстачок, верстачок у нас будет стоять вот тут. Так, потом, 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 потом. Также у нас будет... Подожди, а как? Как сундук делать? Ты дыщ. Это вам, блин. Это вам, блин, не это самое. Так, перекладываем сюда говно всякое, которое мне точно не пригодится в ближайшее время. Ставим один стак земли. Не храни еду и гниль в одном сундуке, она может сгнить. Ты врешь. Это все ложь. Эту пропаганду распространяет Запад. А ты ей веришь. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Определенный какой-то прикол в этом точно имеется. Так, получается, окошко будет тут, а тут его не будет. А зачем я сломал тогда? Так, погодите, короче, я легче мне вот так вот сделать. А потом сделать вот так вот. Бам, 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 бам. И где? Бам. Все, проблема решена. Окна есть, кровать есть. Все, что надо для счастья, есть. Мои окна выходят... Ну... Не самый, конечно, живописный вид. Но все, что надо для счастья минимального, у нас теперь есть. Можно отправляться в шахту, я считаю. Так, булыжник. Мне нужен булыжник. И с булыжником мы сделаем печку. Здесь у меня будет стоять... Или здесь? Здесь. Вот здесь у меня будет стоять печка. В печке... Я буду делать... Что я буду делать? А, факелы. Точно, факелы надо сделать. Факелы, факелы, факелы. Факелы, факелы, факелы. Ну, 12, я думаю, хватит пока что. Мини-зомбики. Слушайте, сюда. Никаких мини-зомбиков. Не знаю, что вы тут... Какие еще мини-зомбики? Так. Короче. Идея. Блин, ну для нее мне тоже надо дерево побольше. У меня дерева мало, надо было все срубать, что я вижу.
Так, что дальше? Что теперь? Что теперь? Надо что-нибудь переплавить? Вот это вот надо переплавить. Какого хрена? Почему ты тут ходишь? Почему я тебя слышу? Я ж факел поставил. Пошел вон. Проваливай. Все, пошел крафт. Пошел мегакрафт. Пошел Майнкрафт. Это буквальный Майнкрафт происходит. Литерали Майнкрафт. Ну, наверное, из этого лучше сделать кирку. А потом мясо пожарить. А потом пожарить все мясо, которое у меня есть. Вот что надо сделать. Так, окей. Жрать хочу. Не могу. Жареная свинина. Бум! Фулл ХП. Сюда. Ку предложение, если у тебя стоит Optifine, советую шейдеры охрененные удачи. Нет, у меня не Optifine. У меня супер, мега, новый снапшот. Ультрарарный эдишн. Так, свининка есть. Теперь готовим говядину. Пока говядина готовится, мы занимаемся мультитаскингом. И делаем новую кирку. Бум. Так, запасная кирка готова. Теперь. Ну, мне, короче, железо нужно. Мне нужно железо и вот такое вот дерево. Вот что мне нужно. Что-нибудь, конечно, еще на стены бы повесить. Но я не помню, как это делается. Ну, такое дерево срубать, что-то это не то. Это что-то не то. Оно тут не будет подходить. Может быть, снаружи это и не самый прекрасный дом, который вы видели. Но главное, что внутри. А внутри? Вот что. Внутри уют. Домашний очаг. Бам. Дырки для мини-зомби поставил. Это окна. Окей. Это окна, ребята. Я понимаю, вы не шарите. Я понимаю. Все для вас надо объяснять на понятном вам языке. Это называется окна. Знаете, что делают с окнами? Открывают форточку. Но вы же не знаете, вы слишком душные. Чтобы проветрилось. Вот что делают с окнами. Самый хуёвый дом, что я видел, ты лучший в этом деле. Опять же, как я и говорил, окна открываются, чтобы не было душно. Хотя у меня оно открыто, но что-то как-то душит. А-а-а. О, погоди, он же взрывается, блядь! И почему он тут ходит днем? Какого хуя? Что это за ниндзя? Куда он делся? Собака ты такая, а? Бум! Вот так вот. Вот так вот мы делаем. Мы защищаем наш двор. Вот так вот, блин. Вот так вот, блин. Так, ладно. Тут мне пока что ловить нечего. Пора отправляться в шахту. Пора копать. Это кто такой? Блин.
Тут, наверное, больно падать будет. Где тут ближайшая дырень? Мне нужна какая-нибудь дырень. О! Маленькая. Маленькая дырень. Ну хотя... Сам же ее и раскопаю. Надо было палок сделать побольше. Так. Это официально назначается моей главной шахтой. Мы начинаем великое копание. Поиски алмазов начинаются здесь и сейчас. Бум. И на этом стриме, чтобы вы знали, мы не пользуемся никакими F1 или как там F3. Это выбор пусик. Мы пользуемся шахтерской интуицией. Такие дела. Так, ну что, где шахты-то? Долго мне копать-то? Так, первый лут. Сюда. Мэйди. Блять. Проклятие утраты. Ну давайте золотую тогда потратим сразу, чего уж. Золотая медленнее копает, чем железная. Это как вообще? А, погоди, из нее еще и ничего не выкапывается? Ёб твою мать. Ну, заебись. Кто вообще придумал золотые инструменты? Зачем? Они же во всем хуёвее, чем остальные. Ну и чё, долго мне копать-то еще? Да, блин. Так, что-то я немножко не туда укопался. Так. Ой, что-то темно стало. Бум. Короче, я думаю, здесь можно начинать уже в ширину копать. Копай под себя, ты же не пуська. Слабенько. Слабенький байт. Слабенький байт от слабенького чатика. Ну, что еще от вас? Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Ультра мега гига копание. Так. Ты дыщ. Продолжаем копание. Хоть железо, блин, заспавните мне, что ли. Тобой шахта? Ты-то откуда знаешь, что подо мной? Ладно, будем постепенно углубляться. Мега-гига-шахта. Как вам моя тактика копания шахты? Смотри, я проанализировал по диориту и медной руде. Если ты сейчас начнешь под себя копать, там будут алмазы 100%. Реально? Ты не врешь мне? Я могу тебе верить?
Ну и чё? Алмазы где? Алмазянские? Где алмазы? Алло? Подожди. Так, нужно больше факелов сделать. 16. Блин, у меня тут уже как-то много говна всякого. Лыжники, блин, всякие. Так. На этой высоте не спавнятся алмазы. Они зовут меня. Я слышал. Они назвали мое имя. Они сказали: Леха, выкопай нас. Не бросай нас здесь, Леха. Я иду, сладкие мои. Я вас не брошу. Какая-то гробница Тутан... О, там уже стемнело. Какая-то гробница Тутанхамона получается пока что. О-о-о! Первый лут. Ну так не считается, медь типа говно. А вот это... А вот это... Сюда, 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 сюда. А знаете, что рядом? Спавнится с углем иногда. Алмазы. Я это помню. Уф. 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 Бам. Так, продолжаем раскопки. Не отклоняемся от курса. Ну чё, теперь копаем железными кирками. Это, конечно, немного замедлит процесс. Кто это сказал? А, ну вообще не так уж и сильно замедляет. Па-дя-дя-дя, та-дан. Так где хоть что-нибудь? Близзард? О! Угу. 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 Я знал. Я знал. Все сходится. Алмазы где-то тут. Я занимаюсь буквально майнкрафтингом. Я майнкрафчусь. Сейчас я люто на майнкрафчу контента. Судя по звукам, это где-то вот там. Он уже убил дракона. Братуха. Я еще даже золота не нашел ни одного. Какой нахуй дракон? Ну а чтобы вы знали, вы сейчас смотрите стрим человека, который... Впервые начал играть в Майнкрафт. Просто напоминаю для тех, кто не знает или забыл. Человек, который с первого трая, впервые играя в Майнкрафт, сразу играл на хардкоре. И с первого трая на хардкоре убил дракона. Просто напоминаю. Если кто вдруг забыл. Соло, кстати.
Славный был бой. Так, я слышу водичку. Слышу водическую. Да где хоть что-нибудь, блядь, одни булыжники. Сука, что мне с этими булыжниками со всеми делать? Хоть бы лаву мне здесь заспавлено, чтобы я их выкинул. Короче. Начинаем делать коридоры. Железо! Этого просто не может быть. Так, ну вовремя, блин. Самое время. Бум. Сразу на две кирки, наверное, хватит. Так, а водичка все ближе. Так. Так. Ага. Ага. И... Я знаю, ты где-то здесь. Покажись. Жидкая водическая. Блять, и где? Мне кажется, это какая-то... Нихуя себе. Мне кажется, это какая-то наёбочка. Так. Она уже рядом. Я знаю это. Я слышу её. Херабрин. Он не хочет, чтобы я нашел алмазы. Ну что, реально глюки? Я постоянно слышу ее где-то рядом. Бабам. Бам-бам, бабам. Миссия выполнена. Мы в шахте. Так, вижу золото. Вижу крипера. Крипер, о, мэн. И что, всего два золота? Окей. Так, там, походу, наверху тоже что-то есть. Ой-ой-ой. А, походу, и внизу что-то есть. Нет, внизу ничего нет. Так, может, тут еще какие-нибудь развилки интересные есть? Такое дело... А я забыл, откуда я пришел, кстати. Кто я? Я кто? Так, ну погнали туда тогда. Опа. Опачки. Бля, там криперы наверху. А, они толкаются. Опачки.
Ох, сейчас железо накопаю, домой приду, переплавлю все. Уф. Мне кажется, реально уже сразу и на броню хватит, и на инструменты все. Даже на пару комплектов. Сколько у меня его сейчас? 41. И это только пока что. Кто это сказал? Это был паучий суицид? Зачем он умер? На некоторые вопросы мы никогда не узнаем ответов. Ой-о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 й
Ой-ой-ой! О! О! А! Дядя, не надо. Дядя, не надо. Ай, дядя, блядь, не надо. Ай, блядь, по жопе прям. Дяденька, прекратите. Я тебя захуярю, блядь. На, блядь, на, получай. Бэм! А я тебе говорил, я тебя захуярю. А ты мне не верил. Так, андезит мне не нужен. Диорит мне тоже не нужен. Так, ну это что-то какая-то мега-гига-ультра-пещера. Бум. Унижен. Кибер унижен. На стриме в прямом эфире. Тыдыщ. 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 Сколько железа, вы гляньте на это все. Ё-моё. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. О! Лапис! Как он там? Лялись. О, спасибо. Угу. Еда! Лапис лазули. Или как он называется? Так. А, лазурит. Не, ну на английском как-то поприкольнее. Так, даже шахтерам надо питаться, чат. Ну, лазурит он вроде для зачарования нужен. До зачарки мне пока далековато. Покушаешь? А, гречку по-купечески. Вместе с салатиком. Ох, ёп. Так, туда мне не надо. Нам мне не надо. Да, ну как я дорогу домой искать буду? Это вопрос на миллион. Да мне уже и не нужен дом. Я богат. У меня есть все железо этого мира. Но мы пойдем глубже. Мне интересно, что там. Так, гравий мне не надо. Андезит мне тоже не надо. Еще 3 часа в шахте. Собака, блядь, я буквально играю в игру под названием Майнкрафт. И тебя не устраивает то, что я сижу в шахте? Так, пацаны,
Пацаны, не надо. Пацаны, не надо. Пацаны! А, я ж щит могу сделать. Могу сделать щит я своими руками. Блин, ну как мне вниз спускаться? Надо их как-нибудь по одному выманивать. А то что-то как-то... А, ну этот уполз. Окей. Болван. Глупец. Глупыш. Получай. Так. Идем ниже. Ёп. Ёп. Это еще за камни такие. Это как булыжник, но, сука, не булыжник. Ой-ой-ой. Золото! Охренеть. Чего, блядь? Подожди, это что, шахта? Это кто нахуй? Это кто там такой? Ты кто, блядь? Козёл плюс урод. Не выкопается, да? Блядь. Первое мое золото. И то не могу выкопать. Светящийся спрут? А, это один из этих новых мобов, которые голосованием добавляли, да? Ну, сейчас заценим. Ведь игроки в Майнкрафт точно знают, чего они хотят, и выбирают только самых интересных мобов. Блин, там этот лучник. Реально шахта. Нереальная шахта из дерева. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Хоп! До свидания. До свидули. Блядь! Сюда. Это моё. Так, ну вот и первые алмазики подъехали. Такие вот дела. Это что такое? Ой, блядь! Ладно, вообще, по-хорошему... Я бы выбрал сейчас отсюда. А как отсюда выбраться? Да, окей, мы запомнили это место. Я сейчас схожу домой. Потрачу полтора часа на то, чтобы его найти. Скрафчу себе все новые инструменты из железа. И вернусь сюда. Но вот мы здесь. Мне сейчас миллион печек надо сделать, чтобы это все переплавить быстренько. И вообще мне еда еще нужна. Блин, я помню, у меня мега шахта вот такая была. Размером, я не знаю, наверное, на 10 блоков. Я помню, как я делал туда рельсы. И как это было круто. Потом, когда я это все сделал. Так, а дом у меня где-то... А, ну вот и дом. О, найс. Так, сейчас обозначим вход в мою шахту. Тыщ, тыщ. Я теперь точно не потеряю. О, еда. Пацаны, сори. Сегодня просто не ваш день. Так, я же взял мясо. Ладно, но столько булыжника... Хотя нет, я помню, потом булыжник будет нужен. Потом он будет нужен. А мясо халяль? Это будет нашим секретом маленьким. Так,
И мы дома. После тяжелого трудового дня. Как же приятно снова оказаться дома. Так, делаем сразу. Сразу делаем две печки. Тыдыщ. Тыдыщ. Затем. Сюда складываем. Всякого я. Наверное, можно сразу дом из булыжника построить. Раз у меня его теперь так много. Так, ну вот как я шахту нашел, у меня сразу проснулся интерес. Теперь я хочу забуриться поглубже. Ну, плиз. Ой, да ладно. Ну, плиз. Ну, там же было. Я видел. Она загоралась. А-а-а! Собака такая. Ведро. Надо сделать ведро. Точно. Надо сделать два ведра. Потому что я думаю о будущем. Одно для мусорки, а одно для водички. Так. Так. Теперь мы делаем много досок. А из этих досок мы делаем много палок. А из палок... мы делаем алмазный меч. Вы готовы? Щит? А, точно, еще щит надо сделать в натуре. Не надо меч? Как не надо-то? Как не надо-то? Надо. 7 урона, 1,6 скорость атаки. А, погоди, всего на 2 урона больше, чем каменный? Кирку подожди. Нет, я принял решение. Все. Так и никак иначе. Все, получается, все эти инструменты мне больше не нужны. Это все можно будет выкинуть. Так как я теперь богат на железо. Отлично. Теперь мы делаем железные инструменты. Сразу кирки 3, наверное, сделаю. Брем. Так, это мои кирочки. Ну, наверное, можно один запасной мечик сделать. На всякий случай. Дальше. Дальше. Что еще? Топор. Два топора сделаем. Угу. Что еще? Лопата. Тоже две лопаты сделаем. Бам. И броню. Шлем. Так, нагрудник. Штаны. Ботинки. И вроде все. Да. Проклятие утраты. Так я не понял, в чем прикол этой брони. Но, судя по всему, все золотое — это дерьмо. Вот он. Герой. Вы были здесь. Вы были здесь. Так, ладно. Пока мне железа больше не надо... Палки я оставлю, уголь я тоже оставлю. От этого всего можно избавляться. И, в принципе, можно двигаться в путь. Вроде бы. Так, пшеница... Пшеница это у нас хлеб же, да? Нет. Ее жарить надо? Нет. А что с ней делать надо?
Кто-нибудь мне скажет? О, хлеб! Бум. 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 Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Так, еще ведра. Я забыл, я хотел сделать ведра. Вроде как-то так они делаются. Еп. Еще одно давай. Еп. 2007-й, шакалы. Ну, так хотя бы не лагает. Посидим. Почилим. 1000 шакалов из 10. Ну, ладно, ладно. Давайте я хотя бы 2к битрейта поставлю. Привередливые, гляньте на них. Но на 2к битрейта может уже начать лагать. А нет, не лагает. Блин, надо еще микрофон, короче, подключить. Другой. Чтоб прям вообще идеально было. Сначала никто не понял, что произошло, потом... Потому что, когда не двигаешься, картинка норм. А-а-а. Это еще что? А вот когда мы выйдем туда, где много травы... Вот там лепота начнется. Так, как делать щит? Я помню, нужны палки и дерево. Нужны палочки и дерево. Деревянное. О, как же она рубит! Как же она рубит! Как же она рубит! Чё, как вам? Это реальный щит? Нет, другалёк. Это нереальный щит. Это терпимо. Но я говорю, мы посидим так минут 10, пока он там не отпердится. Зато потом кайфанете. Когда обратно верну все. Так, досточки. Как-то... Как-то так, что ли? Не? Так, ладно, легче посмотреть. Вот здесь. А, он мне не показывает тут ничего, найс. Грузовая лодка? Воу! Свеча? Пчелиные соты и нить нужны. О, прикол. В верстаке нажми. Реально. Это реально. Ты не шутишь? Мешок. Мешокич. А, палки не нужны, оказывается. Так, это ставим сюда. И как этим пользоваться? Ага, все, понял. Ну чё? В путь дорогу. Идем обратно в шахты. Все же запомнили место. Не боись, я запомню. Уже давно сделал этот арт, но вот подвернулось 5 часов кубов, так что вот. Ну-ка ща. Ну-ка ща, накуся. О-о-о! Блин, я не знаю, у вас видно, не видно. Но выглядит очень даже годно. Спасибо. Спасибо. Бигзур Ахмед. Мне понравилось. Блин, надо было... Я не взял же с собой, да, ничего? Блин, я дерево не взял. Я бы доски сделал с указателями.
Чё, где находится, куда идти. Так, ну чё, пацаны, вы не вывезете? Не знаю, вы в курсе, нет? Но вы не вывезете. Так, теперь вот сюда. Не понял, кто это сказал? Так я щит поставил, алё. Бум! С двух ударов отлетает. О, это что за банда? Это что за банда? Пацаны? Бум, хорош. Все правильно сделал. Стоп! Точно! Когда он его вот так убивает, пластинка же падает. Стреляй! Ну! Ой-ой. Подождите, ребята. Блять! Да ёб твою мать, ну какие же вы дебилы. Только щит зря просрала. Эй, блин. Ну ладно, чё. Чё поделать. Да ёкарный бабай, откуда вас тут так много-то? Окей, он меня не видит. Оно мне и не надо. Все, идем дальше. Кто сказал? Кто это сделал? Откуда вы тут беретесь-то, блин? Это кто вообще с лопатой вылез откуда-то? Фермер, блин, подземный. Он земляные огурцы тут выращивает, что ли? Ну, я смотрю, вы к битрейту привыкли. Даже жалоб особо нет. Может, всегда так стримить? Тогда точно лагов не будет. Так, ну ладно, давайте попробуем вернуть. Посмотрим, что будет. 6000 битрейта. Бам! Лаги отсутствуют. Йоу. Йоу. Пам, почему я раньше так... Почему я раньше так не делал? Как вам? Мега качественная картинка в HD. Стрим в 1080p. Эксклюзив. Невиданный ранее. От создателей 720p. Так, а тут тоже проход какой-то есть. Пау-пау-пау. Блин, уже что-то инвентарь полон говна всякого. Такс. Такс. Тыдыщ. Да, блядь. Ну и что это такое? Поурчи мне там. Mm-m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 m-
Чат, вы хоть знаете, что такое мини-приколы? Зачем они вам? Оставьте это дело профессионалам. Не лезьте, ребята, не надо вскрывать эту тему. О, мое золото, про которое я забыл! Йоу! Йоу! Абсолютно бесполезная хуетень! Йоу! Йоу! Так, найс. Найс, найс, найс. Ну что, все, походу, в шахту надо. Надо идти шахтиться. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Откисаешь. Дуралей. Блять, а вот в шахте потеряться будет совсем несложно. Блять, микрозомби эти, это прям... Это опасность. Номер один. Это вообще в кольчуге какой-то. Подходите по одному. По одному подходите. Я вас не боюсь. Ты дыщ. Так, кто еще хочет? Бля, вот как тут не потеряться, а? Надо какую-нибудь систему с факелами придумать, типа, ставить их только с правой стороны. Звучит, конечно, умно, но как бы в чем логика, я пока не придумал. Ну, наверное, так можно какой-то путь сделать. А, кстати! Это же те самые доски, которые мне нужны. Точно. Йоу. Окей, кирку мы здесь выкидываем. Тут ее и похороним. Ща немножко насобираю. Самую малость. Маленечко во. Ведро стакается вместе? О, реально. Ну, я это и сам знал. Я вас просто проверял. И вы не прошли проверку. Слишком долго об этом никто не писал. Значит, вы просто это загуглили. Так, это мы берем... Это мы тоже берем. Ну тут, походу, тупик. Так называемый тупичок. Так называемый тупичок. О! Так, еще одна вагонетка. Найс. Алмазики? Да чё это такое? Какие рельсы-то с датчиком? Кому они нужны? Ну, яблочко хоть золотое. Рельсы, блин, какие-то. Говна какого-то дали. И всё. Так, сколько у меня их уже? 54. Ну, стак нафармлю и хватит. Все, стак, походу, есть. Так, а с этой стороны у нас что? А тут все, конец.
Ох ты, ё-моё. Здорово, ребята. Отдай! Положь на место. Ёкарный папа. Не-не-не-не-не. Короче, сюда потом вернемся. Сломай сундук, чтобы самого себя не заскамить. Хорошая идея, кстати. Пиу-пиу-пиу. А вот красный за... А, красный, это же редстоун. А, ну редстоун мне вообще не нужен, по идее. Я всеми этими механизмами не пользовался никогда. Тут я был или не был? Вроде бы не был. Или был. Или не был. О! Еще один. Раньше они вроде реже намного спавнили. Да, блин. Понятно тогда, что они так часто спавнятся. Говно, блин, одно. Хайя! О! Так, а мне, кстати, как раз лава-то и нужна была. Что еще из этого мне не нужно? Это мне не нужно. Это мне тоже не нужно. Все остальное вроде нужно. Он наткнется на Вардена. Кто такой Варден? Вот это новый моб? Ну, вроде достаточно глубоко залез. Может, даже и наткнусь. Так, мне бы спиздить вот эту лаву. Было бы очень хорошо. Но сначала надо найти, откуда она льется. Подожди. Йоп! А где? О, сюда. Бисквит, спасибо за 50. Не знаю, нахуя тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту вдохновили меня на создание оригинальных персонажей, и теперь я рисую с ними комиксы. Спасибо, короче, блин-блинский. Меня-то вы за что благодарите? Это вы все придумываете своей головой себя и благодарите. Молодцы, рад слышать. Это прозвучало немного более пассивно-агрессивно, чем задумывалось. Ну, спасибо, короче. Так, а вот это... Нет, это говно какое-то. Так, ну все, здесь больше ничего нет. Можно замуровывать нахуй этот проход, чтобы здесь случайно опять сюда не прийти. Так, так, так. Так, так, так. Так, так. Так. Бам, 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 бам. Я правильно все сделал? Я правильно вообще проход замуровал? Я где вообще? Я кто, блядь? Рэнди, спасибо за 56. Не знаю, нахуя тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту вдохновили меня поступить на программиста. С тебя 1000 рублей. Не знаешь, что, с тебя 3% твоей зарплаты следующие 3 года. За мои услуги вдохновителя. Так, это что за расщелина? А, там пусто. Сюда нам не надо.
Получай. Сирго, спасибо за 50. Фигурка прямо по теме провайдера ХДД. Как же я заебался с 7ТВ. Чё это? Чё это? Ёпт. Нихуя себе. Ну, годнота. Годнотейшая. Годнотейшая годнота. Русаджор, спасибо за 50. Не знаю, нахуя тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту не вдохновили меня. Это что, получается, я тебе денег должен? Арик, спасибо за 50. Привет, любимый стример Алёша. Привет, любимый чат. Привет, ребята. Ребята, привет. Ребята, ку. Всем привет в этом чатике. Я говорю всем здорово. Ку. Пососал. Так, там тоже какой-то проход. Хрен пойми куда. Ладно, это тогда пока замуровывать не будем. О-оу. Гольфрим, спасибо за... Да, блин. За 50, не знаю, зачем тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту вдохновили меня на антиправительственный переворот в банановых республиках. Именно этого я и добивался. Мой план наконец-то осуществляется. Так, блять, опять я с пути сбиваюсь. Тут по-любому должен быть еще какой-нибудь сундук. Я надеюсь, что это будет тот самый мегасундук. Мегасундук гиперлута. Зачем в этой игре вообще золото? Хороший вопрос. Ну я дракон. Чем больше лута, тем лучше. Больше золота, богу золота. Может тебя убить нахуй? Давайте я его убью нахуй. Ой, блядь. Ой, блядь. На, получай. Ну и херня, конечно, криповая. Все еще звучит жутко. Но глазик не выпал. Unlucky. О-о-о! Сюда! Блять. Так, тут я, походу, не был. Или был. Бля, да что за шахта-то такая гигантская? У, спасибо за 50. Не знаю, зачем тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту вдохновили меня задонатить тебе. Какие у меня все-таки вдохновляющие стримы по Майнкрафту? Блять, одна лава, золото, редстоун ебаный. Сори за мат. Я не хотел. Торговать с пиглинами золото, торговать с пиглинами золото. Да я даже не знаю, где у меня ближайшая деревня.
Спрингитрап, спасибо за 60 рублей. Не знаю, зачем тебе эта информация, но твои стримы не по Майнкрафту, а по Море Воров вдохновили меня создать персов пиратов. Скоро с подругами начнем бороздить моря текстовых ролок. Томбри, спасибо за 50. Не знаю, зачем тебе эта информация, но твои стримы по Майнкрафту вдохновили меня на отписку от твоего канала. Спасибо. Меньше, чем 3. Рад стараться, другалек. Ланта, спасибо за 150. Сейчас будет озвучка. Алёша настолько гигачат, что когда он захотел бананов, то сделал план по перевороту в банановых республиках для захвата крупной партии бананов, которая отбывает из Эквадора завтра. Все верно. Так все и было. Где сундук? Где мой сундук? Блять, да она все не заканчивается, и 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 не заканчивается. Закончилось. И не заканчивается, и не заканчивается. Бля, вот это, кстати, плохо. Вот эти вот ребята не очень приятные. Так, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать со спавнерами? Их же типа не обязательно ломать вроде. А, нет, там шелковое касание какое-то нужно. Окей, ладно, тогда ломаю. Да, блядь! Урод! А, факел. Ну, unlucky. А я сейчас умру, кстати. Прощай, жестокий мир. Прикольно. Блять, я реально испугался. Сука! Нет! Нет! Нет, блять! Нет! Ебать мой хуй! Хитрён батон. Там спавнер? Так я его сломал только что. Какой спавнер? Блядь. Ну и уроды, конечно, они. Так, это чем лучше всего рубится? Мечом. Окей. Но ниточки мне, кстати, пригодятся, так что мы их порубим. Вроде как какой-то простой способ же есть. Или нет? И чё, даже лута никакого не дадут? Тьё! Тьё! Бэм. Да блять! Да блять! Бля, ну ты издеваешься, что ли? Ну. Ну что за урод? Так, все, я могу официально сказать, я потерялся. Я не знаю, где я. Эти сраные шахты здесь в этой игре слишком запутанные. Так, ну тут я хотя бы вроде бы был. Или нет? Так, давай бабахай. Давай бабахай. Ну нет, так нет. А здесь я был, а здесь я тоже был. А здесь я был. И здесь я был. А там я был. О, все. Раззаблудился. Я нашелся. Так. Надо ведерко водички.
Да не... Она же еще там. Она же еще там. Да, блядь. Она же еще там. Ну, так вот оно и бывает в жизни. F? Опять лагает? Да ё-моё. Не, вроде теперь не лагает. Вроде вы мне врете. Так, а здесь вот я уже не был, да? А тут-то я уже не был. Ох, ебать! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Бам. Бирка. Так, ну бирка, кстати, прикольная. Я помню, я ее долго искал одно время. Хлеб. И давай, алмазяцкий. Ну нет, так нет. Ну и не надо, блин, мне. Седло! Погнали. Так, ну все, я готов к тому, чтобы завоевывать лошадей. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Все было не зря. Что мне из этого выкинуть? Давай тебя. Ну все, я думаю, это конец этой шахты. Кстати. Я вот этот булыжник соберу. Сейчас надо что-нибудь выкинуть только. А чё выкинуть? Рельсы. Можно переименовать своего пёсика или китика? Всё верно. Теперь О! Я ж верблюда могу приручить, получается. Йоу! Йоу! F? Да, блядь. Ну. Так, телепортируемся в 2010-й чат. Не знаю. Не вывозит Ростелеком мои гига-ультра-стримы по Майнкрафту. Так, все, вроде весь собрал. Нет, тут еще один. Бум. Так, ну ништяк. Нормально так профитнулись. Можно, в принципе, и домой топать, но... Мне нужно больше лута. Я хочу еще лута. Вы это, стрим рефрешните на всякий случай? То из-за таких лагов обычно задержка больше становится. Оре-ре-ре-ре. Оу! Так, вот это что-то новое. Вот это точно что-то новое. Окей, только что с этим делать? Могу ли я это выкапывать? Ты будешь строить большого утера? Ну, я обычно никогда не занимался такой херней, типа, постройкой огромных каких-то строений просто, у которых нет никакой цели, предназначения. Но я думаю, утера... Это кто, блядь, был? Кто это сказал? Это кто, блядь? Подожди, разве в шахтах ведьмы ходят? Но я думаю, утера можно большого замутить. Но подожди. Сначала я хочу выкопать вот это вот. Чё это такое? О, блин, тут тоже крейперы. О, мэн. Блядь. Я упал. Я разбил себе коленки.
Блять, так это еще не вся пещера. Так это еще даже не конец. И что это? И что это такого я? Что теперь выкидывать? Что еще? Все еще лагает? У меня вроде ничего не лагает. Но звук кайфовый, да. Согласен. Их можно домой забирать и типа себе дома пол из них делать. Чтобы звук прикольный был. Они ломаются с прикольным звуком тоже. Так, ладно, не знаю, зачем они нужны. А-а-а, нихера себе их тут сколько. Не знаю, зачем они нужны, но я их, пожалуй, соберу. Парочку, троечку. Ладно, блоки добывать не буду, хер с ними. Вот кристаллики соберу. Братуха, ну что ты тут, нахуй ты вот тут выскался? Что-то как темно стало сразу. Можно из них и меди сделать трубу подзорную. Что-то какая-то мега-гига-шахта. Это реально, наверное, блядь, самая большая шахта, в которой я когда-либо был. Так, не обосраться. Миссия невыполнима, не обосраться. Чпок! Это как вообще? Так. Бля, я не могу мышкой, короче, выбирать нормально предметы, потому что она у меня прокручивается. Фейерверки какие-то взрываются. У людей праздник какой-то. Лёха в Майнкрафт порубил! Сколько смертей было? Ни одной. Ну, сейчас, походу, будет скоро одна. Та, что была, не считается. По факту не считается. Так, давай алмазики. Давай алмазики, блядь. Алмазики! Да ёк, макарёк, еще одна бирка. Что мне с этими бирками-то со всеми делать? Я буду ходить и всех куриц обзывать. У меня каждая курица будет именной. И тут тоже пусто. Там я был. Тут я тоже был. Но я еще точно где-то не был. Там, где ведьма ворчала. Вот там я точно не был.